Всем привет, меня зовут Сергей Ушаков, и вы на моем канале. Сегодня будет обзор вязаного жилета спицами. На данный жилет связан спицами номер 4, узором шахматка. Цвет такой серый. Ширина данного жилета 49 сантиметров. Высота, вот. Высота у нас, высота или длина 62 сантиметра. Плечо, ширина плеча вместе с обвязкой 13 сантиметров, а без обвязки 10 сантиметров. Вес данного жилета 350 грамм. Вот, 350 грамм на него ушло. Остаток пряжи у меня вот. Вот наш остаток пряжи. 150 грамм осталось. Была упаковка 500 грамм. Так, пряжа. Спицы, 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 спицы. Вот. Спицы вот такие, номер 4, круговые. Вот они, спицы. Вот. Пряжа. Какая пряжа? Пряжа, 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 пряжа у нас. А пряжа у нас вот. Пряжа Ализе Лана Голд Классик. В 100 граммах 240 метров. 49% шерсть, 51% акрил. Вот. Вот у нас такой вот жилет получился. Вот. Так что... На данный жилет, повторю, ушло 350 грамм. Осталось 150 грамм. А была упаковка 5 мотков. Вот. Жилет я назвал серый пепел. Вот. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока.